Параде. В параде Севастополя закончилась сегодня. Жуков. В центре бухты большой десантный корабль «Новочеркасск» и корабль специального назначения «Криазон». В санкарпению большой десантный корабль «Салат». Во второй линии стоит спасательная судна «Ковонна». Первые парадные корабли стоят ракеты «Катержуя», Украины, Великобритании, Дании, Джибути, Египта, Германия, Жокера. Капитана медицинской службы Алексея Петрова, мичмана Евгения Сасаинова и экипажей нового сторожевого корабля «Адмирал Макаренко», строительство которого в 2004 году ведется на Приморском заводе «Янтарь» и новейшие шмалы Макаренко кораблей «Сербухов» и «Зеленый дом», строящиеся на Семенодольском заводе имени Горького, Татарстан. Катер с командующим шлотом проходит три линии кораблей. Экипаж жителей Алексей Антоненко, капитан Юрий Зимский, Александр Ческаков, Юрий Бричуров, Александр Блатырков, полковник Вячеслав Круга, подполковник Макаренко, капитан второго ранга Андрей Гройбуря, капитан третьего ранга Андрей Гройбуря. Дорогие друзья, а сейчас мы представим возможность показывает высокий результат. В 2010-2011 годах моряки-катерники снова подтвердили свой высокий класс, поразив цель прямым попаданием ракеты. Капитан Сергей Антоненко, старшие прапорщики Александр Ческаков, Алексей Антоненко, прапорщик Илья Малаков, старший шофер Алексей Змутало, младший сержант по контракту Алексей. Ладный, которым командует капитан Макаренко Олег Князев. История этого корабля насыщена напряженными походными буднями. Сторожевой корабль «Ладный» 14 раз выполнял задачи боевой службы Средиземного моря.